Ангорский кролик. Факт номер один. Ангорский кролик – это группа пород, которая популярна во всей Европе. Родина этих кроликов – Турция. Ангора – это историческое название города Анкара. Считается, что из дальних странствий моряки стали увозить этих существ на родину. Так кролики постепенно распространились. Сначала по странам Европы, а затем по всему континенту. Факт номер два. Длина шерсти ангорских кроликов может достигать 25 сантиметров. Это формирует их своеобразный облик. Они кажутся очень внушительными по размерам. На самом деле их вес составляет от 2 до 7 килограмм, а группа пород считается карликовой. Факт номер три. Дважды мы упомянули о том, что ангорские кролики – это именно группа пород. Итак, бывают английские, французские, германские, сатиновые, гигантские и пуховые кролики. Каждый из пород, конечно, имеет свои особенности. Например, германская порода приносит самое крупное количество пуха в год. Это около 1,5 кг с одной особи. А вот представители английской породы весят меньше всего, около 2-3 кг. Факт номер 4. Российским ученым принадлежит разработка пуховой породы. Эти существа способны жить в суровых климатических условиях. Факт номер 5. Лидер по производству меха ангорских кроликов – Китай. Здесь вырабатывают около 8 тысяч тонн ежегодно. Если Китай не выдумал сверхтехнологию, на что он вполне способен, то простая арифметика дает впечатляющую цифру. Для такого объема производства эта страна содержит не менее 11 миллионов особей. Одна половина используется для получения меха, а вторая – для размножения. Факт номер 6. Кстати говоря, ангорские кролики бывают не только белого окраса. Существуют особи с серым, черным и даже голубым мехом, а белый – самый распространенный вариант. Ну а если вам нравится рубрика «Необычные животные», то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч!